Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу пригласить вас на соревнования по прыжкам, которые пройдут 14 апреля в Екатеринбурге. Проверить свои силы вы сможете сразу же в 13 дисциплинах. Это прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места, прыжок в высоту с разбега, запрыгивание на возвышенность, прыжок в длину с одной ноги, прыжок в высоту с одной ноги, прыжок в длину спиной вперед, запрыгивание на возвышенность с места с одной ноги, запрыгивание с колен, прыжок в длину с колен, прыжок через барьер с места и прыжок через барьер с разбега. Все это будет проходить в клубе Bright Fit, в котором я тренируюсь, по адресу Краснолесья 133. Вход свободный, время проведения с 12:00 до 15:00. У нас с вами будет 3 часа на то, чтобы проверить свои силы и пообщаться на тему прыжка. Также со всеми участниками я бы хотел пообщаться на тему совместных тренировок летом и о возможности принять участие в съемках для моего канала. Для зрителей также вход свободный, поэтому если у вас нет возможности принять участие, то вы можете просто прийти и посмотреть своими глазами, как это все будет проходить. Также все участники данных соревнований попадут на мой сайт в рейтинг топ 100 лучших прыгунов. От успешности проведения данного мероприятия зависит вообще дальнейшее развитие данного направления в Екатеринбурге. Если не получится собрать достаточное количество участников, то я думаю, просто в будущем нам не будут предоставлять зал в наше распоряжение для того, чтобы мы проводили нечто подобное. Поэтому хотелось бы увидеть ориентировочное количество участников от 30 до 50. Мне кажется, этого будет вполне достаточно для того, чтобы мы и по времени с вами уложились, и еще хватило времени на то, чтобы мы с вами смогли отдельно пообщаться. Всю информацию я также дополнительно продублирую в описании к этому видео, чтобы вы смогли свободно посмотреть или же просто переслать кому-то данную информацию, если это необходимо. Также я создал отдельную группу ВКонтакте для жителей Екатеринбурга. В ней я буду информировать о всех мероприятиях, которые я буду проводить в городе. Ссылочку на данную группу я также оставлю в описании. Поэтому, если вы проживаете в Екатеринбурге или в шаговой доступности до него, обязательно вступайте в эту группу, чтобы не пропустить полезную информацию. Ну а на этом у меня все. Приходите сами, зовите друзей и до встречи на соревнованиях. Пока!